Первой в стране массовую уборку зерновых завершила Брестская область. Всего по Беларуси еще предстоит обработать 10% площадей. Аграрии на пути к 8 миллиону тонн. Погода пока позволяет держать темпы. До конца августа кампания должна завершиться. С сегодняшнего дня автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Штраф за нарушение до 96 рублей. Главная цель – привлечь внимание маленьких пешеходов перед началом учебного года. Акция продлится до 5 сентября. Белпочта запустила новый онлайн-сервис. Теперь не обязательно заполнять бланк на почтовое отправление в отделении связи. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте, указать номер телефона, придумать безопасный пароль и ввести символ из картинки. Зефир FM ищет новые голоса. Главные критерии отбора – грамотная речь и хорошая дикция, а также харизма и неординарное мышление. Резюме нужно отправить на электронную почту, к ней промозапись. Можно связаться через директ инстаграм-аккаунта. В Бобруйске продолжается гастрономический фестиваль. Участие принимают 11 заведений. Среди них Амстердам, Пицца Браво и Артишок. Кафе предлагают уникальный сет по фиксированной цене – 22 рубля. Попробовать его можно до 29 августа.